Всем-всем доброе утро. Доброе-доброе. Гулять мы все побежали, да? Да, Лисонька? Ой-ой-ой. Вот и пей, что-то возмущается на шейха. Чем он провинился, пиёныш? Лялечка очень стала большая. И мы её подозреваем. У них с шейхом было месяц назад. Один разочек или два разочка. Ну, второй раз под вопросом. И теперь мы ее подозреваем, что она не просто потолстела. Что, возможно, она беременяш. Вигуся, с Миосей пропустовали? А эти? Ты что, нам сыночков принесешь? Смотрите, какой пузик. Узика, как не у карапузик. И титички побольше стали. Или ты просто толстенькая? Лялися, скажи нам, а? Скажи. Герасик, ты ее целовать пришел? Что, Фиюсечка? Да ты красотка у меня, да? Тебе прохладненько? Или ты просто гладиться пришла? Ты пришла всем доброе утро желать, да? Скажи всем доброго утра и хорошего настроения. И дня начала замечательного, да? Цветочного вот такого. Геранька расцвела, прямо хорошо такие. Лялися, а ты что скажешь? Если ты нам принесешь деток, ты будешь такая молодец. Ты прям молодец-молодец будешь. Да, Лялька. И такая вялая стала. И на диван не запрыгивает теперь. Может, конечно, просто разъелась. Поди знай эту ляльку, да? Ой, а кто тут деловой ходит? Донька деловая. Донечка, а пожелай всем доброе утречко. Цветочная девочка. Ой, этот-то копатель, копатель. Ой, все закопал. Да-да-да, все закопал деловой пес. Очень деловая псина. Куда деваться, да? Фионка, чудо-девчонка. Так. Что еще? Кто еще не желал доброе утро? Милусик. Милусик, деловая девчуся. Мама с сыном. Тюрюк-тюрюк. Герасик. Герасик. Он у нас какой-то прямо скромненький такой мальчик стал. Совсем не озорник. Ты совсем не озорник какой-то стала. Что случилось? Что случилось с озорником? Малышочек, карандашочек. Ну вот, мы всем желаем доброго утра, хорошего настроения. Замечательного денечка, да? Целуем, обнимаем и много радости желаем.